Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный Дворик, и с вами я, Елена Бородина. А это мой 40-дневный бройлер. Вот, у них сегодня юбилей. 40 дней. Показываю вам бройлера, который сидит в курятнике в больших клетках. Сейчас у нас отключат свет, и они будут сидеть в темноте. Будут отдыхать. Но ничего, на ночь полностью оставлю им свет. Я сейчас отключаю. На 3 часа уже отключала, хотела сегодня 4 часа дать им отдохнуть. Но сегодня будут днем сидеть в темноте. Кое-какой свет будет. Будут как хотят, так и кушать. Смотрите, вот здесь вот мы забрали 4 бройлеров. Ну что вы думаете? Растут они, конечно. Вот я сейчас вам покажу в самой клетке, сколько тут места. Ну уже прям, уже не проехать, не пройти. Получается здесь где-то 14 бройлеров, что ли. Или 13. Подождите, я что-то обсчиталась. Сейчас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Норма крупных 45-дневных. Это здесь 12. Это то под завязочку. Но сами видели, какой вес. Вес уже даже опережает 45-дневного бройлера. Поэтому как минимум одного надо уже забирать. И нижняя клетка. Нижняя клетка вообще затарена. Вот здесь прям чуть-чуть прохода. Двоих точно надо забрать. Здесь их 14 штук. То есть двоих надо забрать. Сверху одного и здесь двоих. Ну, сегодня мы этим и займемся. Вот видите, еще включается у них лампочка. Я сейчас не стала отключать. Держу, чтобы температура была 20-22. Потому что свет отключат. И не знаю, что будет. На улице у нас сейчас 4 градуса. Ну, раннее утро. Днем прогреется, мне кажется, если я не ошибаюсь, до 8 сегодня. Вот, конечно, птица очень крупная. Я не стесняюсь сказать, что я молодец. Птичка прелесть. Хоть сейчас забой, если нужны тушки. 2,5 килограмма. Вот, пожалуйста, ее можно уже 40 дней забивать. Поэтому решайте сами. Каким вы будете комбикормом кормить, чтобы хорошо птичка росла и шла раньше на забой. Или дешевым комбикормом. Ну, хотя я кормлю недорогим. Он средней цены. По крайней мере, у неперекупов и не на Озоне. Озон всегда завышает цены. На Озоне вообще космическая цена. Ну вот, показала я вам здесь свою птичку. Так, сейчас мы посмотрим птичку, которая сидит в маленьких клеточках. И возьмем отсюда как раз бройлеров для пересадки. Хотя вот что брать? У нас надо, конечно, уже готовить территорию вниз их перекидывать. Надо, наверное, за опилками ехать. Хотя ехать сейчас нельзя будет. Сейчас будут валить на дороге дуб у нас. Отключать электричество, валить. Это дуб, который там треснул, лопнул. И так предупреждает не ездить никому, потому что или прям гнать по этому месту, он прям падает. Такие катаклизмы. Столько было ветра в этом году, и ни разу не отключили электричество, хотя у нас это прям практикуется, как сильный ветер. Так начинается, то одна ветка упадет, то еще что-нибудь. А это вся весна была хорошая. Ну, как Лена заложила инкубатор, так вся проблема началась. У меня даже неделя нет яйцу в инкубаторе. Сейчас греть и греть на 38, а у меня сейчас они будут сидеть как придется. Ну, дай бог, если меньше 5 часов не будет света, тогда как-нибудь вырулится. Ну, поменьше или помедленнее, поменьше вылупится, ну, попозже вылупится, недогретый будет. Так, что у вас такое? Вы что тут с ума сходите? Вот смотрите, курочка, как говорится, курочка всегда меньше петуха. Питон, смотрите, как она выглядит. Ну, прям красавица. Да, и курочки достойные. Так, взвесим. Сегодня обязательно взвесим того, который вчера был. 3900 в 39 дней. Ой, как легко запоминать 39 дней, 3900. Я теперь навсегда запомню эту цифру. Ну что, давайте меньше разговоров. Пойдемте взвешивать, пока там еще есть электричество в доме. Ну и как не заглянуть к нашим несушкам, к нашему грисбару. Ну да, вот, смотрите, перышки. Пушок пока еще растет вот у этой курочки. Начинает она одеваться. Неужели так долго они линяли? 2 месяца буквально.
Надо всех проверить. Все начинают пушком обрастать или нет. Ну да, вот у этой черной, кстати, тоже пушок. Он там какой-то начинает прорастать. А вот это? Ну-ка, давайте-ка ее увеличим. А что это у вас яйцо посередине валяется? Почему у вас яйцо здесь еще и расклеванное? Эх, зараза. Сейчас я вам зайду, да. Давайте зайдем, посмотрим, сколько яйцо. Утро ранее, какие яйца. Нет, снесли сюда яйцо. Грязное-прегрязное. Это что, вам не хватает одной? Ой, а почему оно все желтое? Как будто в желтке, но целое. Это что, какое-то яйцо вы там раскололи? Или здесь еще было яйцо? Ну, следов нет, что было яйцо. Давайте посмотрим. Да нет, в это время вы еще не несете яйца. Вот одна тут сидит. Ну, давай я посмотрю. Дай, моя хорошая, посмотрю. Откуда у вас только яйца сегодня? В это время ни одного яйца никогда нет. Так, ну что, забираю. Да молодцы, девочки. Крупные яйца, прям чудные. Можете идти гулять. Так, у тебя там что-нибудь растет? Вот, у этой начинают расти какие-то перышки. Идите погуляйте на солнышко. Так, та уже села на гнездо. Мешенку скоро вам принесу. Так, а что это за желтое перо такое? Откуда такое перо? Из земли, что ли, подняли где-то? Ну все, мы идем к бройлерам. Ну что, друзья, и давайте смотреть этих петушков и курочек, которые в маленьких клетках. Здесь их 7 штук, наверное, или 8. 8, но норма 7 в таком весе, как они. И вот смотрите, у нас с вами замеченный петушок, который вчера весил 3910. И еще я выписала вот этого петушка, который с перышками черненькими и хвостиком черненьким. Он весил у нас 3400, и мы сейчас будем взвешивать. Ну и, конечно, вот в этой клетке взвесим тоже петушков, курочек. Тут у нас самые маленькие, которые переехали из большой клетки, есть. Это вот, наверное, вот эта вот курочка и вот эта. Или вот эта. Нет, та крупная курочка. Вот эта вот, наверное, и вот эта. Самые маленькие они. Ну все, давайте взвешивать их. И посмотрим, сколько же они весят. Так, установила я весы и смотрим норму. Норма веса 40 дней у бройлера, по которой таблице мы с вами смотрим. Здесь норма 40 дней. 1 килограмм 581 грамм. Давайте кобов посмотрим. Сейчас и норму кобов посмотрим. Так, а по таблице кобов 40 дней на 100 грамм меньше. 2 килограмма 456. Видите, на 100 граммах меньше. Но мы будем по большой таблице. То есть для нас показатель это будет 2 килограмма 581 грамм. Давайте взвешивать. И первого мы с вами берем отмеченного с черными перышками. Да что ты так кричишь? Да ну не кричи. Давай потихонечку встаем на весы. Давай, 3400 ты вчера весил, а сегодня ты весишь 3570. Ну, добавил. Отлично. Так, вы вес-то видите? Видите. Вот, пожалуйста, никакого обмана. Прошли ровно сутки, даже чуть меньше суток. Я сегодня пораньше взвешиваю. Тихо, тихо. Ну, зелененькие пошли. Это наш рекордсмен. Так. Ну, рекордсмен, давай вставай. А то я тебя подняла, ты спал. Ну, хорошо стоишь? Давай, пошли на весы. Давай сядем с тобой. Давай сядем. Вот, молодец. Я тебя сейчас сидячего и поставлю. И ты весишь 4 килограмма 42 грамма. Это если он 3910 весил, то сейчас вырос на 130 грамм за сутки. Вот, пожалуйста. Ну, какой обман?
Какая там сказочница, кто-то там меня называл. Умеете выращивать бройлеров? И у вас будут такие же результаты. Пойдем, мой хороший. Пойдем в клеточку. Вот и 4 килограмма у нас. 40 дней появился. Так. Давайте небольшого петушка. А, курочку. Курочку сейчас взвесим. Ну нет, она такая хорошенькая. Так, давай, моя хорошая. Давай прям сидя. Не надо вставать, не надо. Не надо вставать. Встала прям на железку там. Давай, посаду на ткань. Ой. Все слетело у меня тут. И подсветка тоже. Сейчас я все подготовлю. Так. И ой, как она хорошо уселась. Смотрите, как она хорошо сидит. Пока я тут все восстанавливала. Ну, давай вот так тебе поставим на весы. Ну, не надо вставать, не надо. Садись, садись. Садись. Давай. Неудобно я тебя посадила. 3,360. Ну, вот вы представляете? На 800 грамм больше нормы. Молодец. Тихо. Ой, вот давайте маленькую курочку. Тут одно перышко у нее есть черненькое на спинке. Она самая-самая маленькая у нас была, когда мы ее взвешивали. Вот с перышком на спинке. Кто постоянно смотрит, знает ее. И то 3,900. Вот какая маленькая. На 400 грамм больше нормы. Так. Еще кого-нибудь возьмем. Давай идем. Мой хороший, Петенька. Идем, взвесимся. То курочку, то петушка взвешиваем. Вот, сейчас петушок. Тихо, тихо. Три 770. Вот сейчас мы его тоже отметим крылышкой зеленкой. И завтра посмотрим разницу. Буду показывать вам, как по дням они набирают. Вот, видите? Прям при вас замечаю. И будем среднесуточный вес выяснять. Я его запишу. Тетрадочку, идемте. Ой. Так, и другая клетка. Вот, давайте первого попавшего. Небольшой петушок. Да я вижу, что ты небольшой. Да небольшой ты, да. Мне хватит твоего веса. Давай, мой хороший, вставай. Вот. 3,200. Не знаю, курочка это или петушок. Непонятно. Может, даже и курочка. Так, 3,200. Все, да, курочка. Пойдем. Петушок вот рядышком сидит. Вот петушок. Петушок. Давайте петушка взвесить. Надо было то отметить. А я ее уже положила. И этот петушок весит. Ну, давай. Вставай. Вставай как следует. Так, подождите. Ну, давай сядем. Давай сядем. Или будешь стоять. Давай вот так вот стоим. Вот. 3,560. Давай тебя отметим. Вот здесь вот. Шейку отметим. Я тоже тебя запишу. Ну да, где-то 3,560. Пошли. Ну и самую маленькую курочку давайте найду. Вот в этой. Сколько же весит самая маленькая курочка? И она такая легкая. Вот, самая маленькая курочка. Ну, в любой партии есть малыши. 3,700 на 200 грамм больше нормы. Давайте ее отметим и тоже будем понимать, что мы ее с вами должны взвесить. Смотреть, как она растет. Как она набирает. Давай, моя хорошая, пойдем. Так, ну что, больше не будем их мучить, не будем их взвешивать. А то они бедненькие тут уже все взбудоражились, все вскочили. Да, мои хорошие?
О, все стоят. Вот, смотрите, красавец какой. Это вот как раз с черными перышками. Видите, у него и хвост с черным пером. Ну, красавец, правда? И вот курочка стоит. Ну, красавица. Так, а где у нас зелененький? С зелененьким. А, вот он лежит. С зелененькой отметочкой. Ну, прелесть. А вот с крылышком отмеченным стал. Ну, кони, кони. Надо прям бы додержать их до 60-го дня и посмотреть, что из них будет, из этих коней. Выбрать несколько петушков и несколько курочек. Ну, идемте теперь к цветному бройлеру. Ну, и вот наш цветник. Растет медленно, но уверенно. Вот они как выглядят. Любят, любят мои зрители этот цветной бройлер. Сейчас вы попадаете. Красавцы. Ну, прям вот эти все как мамочка, которые серенькие. А эти что-то от папы, наверное, взяли. Вот посмотрим, какие будут у нас хорошо яйца нести. Тихо. Ну, все. Закрываю и прощаюсь с вами. Выясняю, когда у меня свет отключат, буду укрывать инкубаторы. Аккумулятор, почему-то я не могу ничего сделать с ним. Как всегда, как Василий уезжает, так у нас какие-нибудь проблемы со светом. Ну вот и все. Вы были на канале Солнечный дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Удачи вам в выращивании крупного бройлера. Ну, пошли домой. Теперь не будут вылазить, потому что знают, что падают. Пока-пока.